можеш, поэтому не сдавайся, не смущайся. Аллилуйя! Аллилуйя!
мой камень, на котором я буду стоять во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Там на Сионе положим камень, скала, краеугольный, он стал главою угла. Верю я, его не постыжусь, он есть фундамент твой и основание. Для меня он драгоценным стал огнем испытанный, скала моя. Там на Сионе положим камень, скала. Bye.
нам Господь. Будь благословен Господь во веки веков. Аллилуйя. Доброе утро, церковь. Доброе утро. Рад вас видеть. Знаете, такое слово сегодня. Слово пожертвований. Слава Богу. Знаете, апостол Павел говорит, блажение давать, нежели принимать. А почему блажение? Потому что когда мы даем, мы не знаем, мы знаем, что мы получим, подаяние придет, придет. Знаете, когда я пришел в церковь, я пришел весь опущенный. Я шел убитый, я был никакой, я был вонючий, я был опухший. И я не работал, и я не мог давать ни десятины, ни пожертвований. Но я молился об этом, я очень хотел. И когда просили урну возле меня, мне было стыдно. Почему? Потому что я не могу давать. Не могу жертвовать для Бога нашего, который спас мою жизнь, который вышел из этой ямы. И когда Бог мне дал работу, я начал давать. И знаете, мне Бог открыл, что давай больше 30%, давай больше, давай 15%, давай 20%, я начал давать. И знаете, я жил один, и у меня была пустая квартира, ну, комнатная. Одна кровать, там один стол, 4 стульчика, и все. Но когда я начал давать, Бог начал благословлять меня через моих братьев и сестер. Он подарил мне стенку, подарил мне кровати, подарил мне такие тумбочки, шифонеры, знаете. И слава Богу, почему? Потому что я начал давать, знаете. И знаете, люди говорят, вот мы ходим в церковь, до десятины. Я говорю, да, даю. И вот, знаете, хочу слово Божье сказать, коротко. Когда подошли лукавые люди, подошли к Иисусу, говорят, вот динарий, положено ли давать кесарю самое, подать или нет? Он говорит, дайте мне динарий. Они дали ему динарий, и он сказал им, итак, отдавайте кесарево, а Божье Богу. И знаете, мы, христиане, мы так любим отдавать кесарево. И мы отдаем, что мы боимся, крутит кесарь и начнет нас пожирать. Мы отдаем налоги, квартплата, мы отдаем с удовольствием. Но когда касается десятина, мы начинаем думать, отдать или не отдать. А мне что-то только быть, да нет, лучше отдать Богу Божий, потому что Бог изольет свою благодать обильно. И я всех призываю, всех вас, братья и сестры, давайте и дастся вам. Давайте и дастся вам. Чем мы больше будем давать, тем больше Бог нам будет давать. Я благословляю каждого на даяние. Ибо Господь любит, кто дает доброохотно. Аминь. Я призываю вас давать. Аллилуйя. Вы можете жертвовать. Скажи, Бог любит тебя кому-нибудь. Его любовь велика к тебе. Слово Божье говорит, что Он милостивый. Он милосердный. Он любящий Отец. Аллилуйя. Слава Ему. Если вы уже пожертвовали, вы можете встать на ноги. Мы дальше будем хвалить Его имя, прославлять Его. Аминь. Клавишу можно включить. Слава Иисусу. Yeah.
любовь Его вовеки, любовь Его вовеки, любовь Его вовеки. Ой, ой, эти слова! Любовь Его вовеки, любовь Его, любовь Его вовеки, любовь, любовь Его вовеки, любовь Его вовеки. Могущество, за твою силу. Аллилуйя. Шера-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 ра
Бог нам принес спасение, Его благоволение и благодать на мне. Он нам явил прощение навеки ко всем, кто верит. Бог нам принес спасение, Его благоволение и благодать на мне. Он нам явил прощение, любовь Его навеки ко всем, кто верит. Thank you.
Господь мой, наполни жизнью вновь. Пойду я за тобою, не потеряю веры, склоняюсь пред тобой. Это радость.
обделить Тобою нет ничего невозможного. И мы соединяемся с Тобою в поклонении, в этой молитве, Господь. Мы прилепляемся к Тебе духом, душой и телом. Ты Бог наш. Мы исповедуем, что нет подобного Тебе. Ты Бог наш. Ты сила наша. Ты крепость наша. Ты упование наше. Во имя Иисуса Христа. Аминь.